Город затопило, а официальные власти говорят, что вроде как все в порядке. Итак, в Хабаровске из-за сильных дождей потоплены два района города. Из берегов вышла речка Чернушка. Ливневые стоки с таким объемом воды просто не справляются. На дорогах образовались заторы. В коммунальные службы обращаются жильцы многоквартирных домов. Они жалуются на подтопление в подъездах и на тротуарах. Ну а коммунальщики в это же самое время заявляют, что работают в штатном режиме. Тем временем метеорологи предупреждают, что в регионе продолжатся проливные дожди. Кроме того, ожидается резкое усиление ветра.